Что-то ковырялся в шкафу, и вдруг раз, вот такая штука выпала, типа размер карманного календарика, но с монетой. Вспомнилось, да, было-было, как-то приобретал чего-то такое вот, помню, в далеком 2011 году вышло, я был очень недоволен этой монетой, поскольку ну уж можно было столько портретов у Гагарина, ну уж можно было бы как-то хоть маленький хотя бы где-то сбоку поместить, что да, что вот такой вот был человек. Ну ладно, пусть хоть в таком виде, но вышло. Если вот с этой стороны посмотреть, то тут все данные на монету, кроме того, что она сама тут изображена, чего, где, когда. По Гагарину вообще хотелось бы какие-то интересности или малоизвестные факты, хотя про Юрия Гагарина известно практически чуть ли не поминутно вся его жизнь, но тем не менее хотелось бы вспомнить. Вот до космического корабля Юрия Гагарина провожал не один, а два дублера. Помимо всем известного Германа Титова, дублером был Григорий Нелюбов. В отличие от Гагарина и Титова, он не облачался в скафандр, но был готов осуществить полет в случае особых обстоятельств. Жизнь Нелюбова сложилась трагически. Через некоторое время после полета Гагарина он был исключен из отряда космонавтов за нарушение дисциплины, а через несколько лет погиб в результате несчастного случая. За два дня до полета в космос Юрий Гагарин написал прощальное письмо супруге на случай, если произойдет катастрофа. В 1961-м это письмо не потребовалось. Жене Гагарина Валентине Ивановне это письмо передадут после авиакатастрофы 27 марта 1968 года, в которой погиб первый космонавт Земли. Полет «Восток-1» проходил в полностью автоматическом режиме. Это было связано с тем, что никто не мог дать гарантии сохранения космонавтам работоспособности в условиях невесомости. На самый крайний случай Юрий Гагарин был передан особый код, который позволял активировать ручное управление корабля. Изначально было написано три предстартовых обращения первого космонавта к советскому народу. Первое было записано Юрием Гагариным, а еще два его дублерами – Германом Титовым и Григорием Нелюбовым. А ровно так же было заготовлено три текста сообщения ТАСС о первом полете человека в космос на случай успешного полета, на случай поисков космонавта, а также на случай катастрофы. Перед полетом «Востока» один произошел ЧП. При проверке герметичности датчик на люке не выдал нужный сигнал, поскольку до старта оставалось чрезвычайно мало времени. Такая неполадка могла привести к переносу запуска. Тогда ведущий конструктор «Востока-1» Олег Ивановский с рабочими продемонстрировали фантастические навыки на зависть нынешним механикам «Формулы-1». В считанные минуты, отвернув 30 гаек, проверив и направив датчик и вновь закрыв люк положенным образом, на сей раз проверка герметичности прошла успешно, а старт был осуществлен в запланированное время. Во время исключительной стадии полета Юрий Гагарин бросил фразу, о которой долгое время предпочитали ничего не писать. «Я горю, прощайте, товарищи». Был вот одно из таких вот из таких фраз. Дело в том, что до Гагарина никто не имел четкого представления о том, как будет выглядеть прохождение космическим кораблем плотных слоев атмосферы при спуске. Поэтому Гагарин, как всякий летчик, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, предположил, что космический корабль охвачен пожарами, через несколько секунд он погибнет. На самом деле, трение жаропрочной обшивки космического корабля об атмосферу – рабочий момент, который происходит при каждом полете. Теперь космонавты готовы к этому яркому и впечатляющему зрелищу, которое первым увидел Гагарин. Известные кадры съемки переговоров Юрия Гагарина в кабине корабля и главного конструктора Сергея Королева на командном пункте – это имитации, сделанные в более поздний период. Впрочем, упрекать в этом участников исторических событий вряд ли стоит. В момент реального старта им было просто не до этого. Позже недостающую хронику решили воссоздать, попросив Гагарина и Королева повторить те же слова, что были сказаны ими 12 апреля 1961 года. На космических кораблях «Восток» не было предусмотрена посадка космонавтов внутри спускаемого аппарата.
На высоте 1500 метров пилот катапультировался. Связано это было с тем, что на Востоках не было двигателей мягкой посадки, которые обеспечивают безопасное приземление. Кроме того, специалисты опасались заваривания люка под воздействием высокой температуры в плотных слоях атмосферы. Однако из-за посадки вне корабля Международная аэронавтическая федерация отказывалась регистрировать рекордный полет Гагарина. И тогда советские представители слукавили, объявив, что первый космонавт приземлился в кабине. Фактически обстоятельства посадки СССР официально признал только в 1964 году. Одна из самых бурно обсуждаемых тем, связанных с полетом Гагарина, это надпись «СССР на шлеме космонавта». Возникла она в связи с тем, что в последние годы на гагаринских изображениях надпись очень часто куда-то пропадает. В связи с этим возник вопрос, а как она вообще появилась на шлеме первого космонавта? Как ни странно, но в этом вопросе нет окончательной ясности. Герой Советского Союза, летчик-испытатель Марк Галлай, занимавшийся тренировками первых космонавтов и присутствующий при гагаринском старте, в книге «С человеком на борту» рассказывает, что надпись появилась в самый последний момент, якобы за 20 минут до выезда Гагарина на старт. Вспомнили про случившийся перед этим шпионский полет американца Пауэрса и решили нанести на шлем буквы «СССР», чтобы космонавты не спутались с диверсантом. Буквы рисовали в попыхах, не снимая шлем с головы Гагарина. В то же время ветераны предприятия «Звезда», которые производят скафандры для космонавтов, утверждают, что надпись была нанесена еще во время подготовки скафандра к полету заблаговременно, и даже указывают фамилию рабочего, выполнившего эту задачу. Давидьянс, так фамилия этого рабочего. Ну и одной из самых запоминающихся подробностей о первом полете человека в космос стали шнурки. Во время прохождения Юрием Гагарином по ковровой дорожке перед докладом Никиты Хрущева об успешном осуществлении полета в кадр попал развязавший шнурки на ботинке первого космонавта. Эта бытовая деталь только добавила народной любви Гагарину. Между тем, Сергей Хрущев, сын Никиты Хрущева, присутствующий на той церемонии, уверяет, что шнурки у Гагарина были в порядке. Подвела герой космоса подтяжки для носков. Раньше носки делали без резинок и на икрах носили подтяжки, чтобы носки не сползали. У Гагарина на одной ноге отцепилась эта резинка, и железная пряжка била его по ноге. Ну что ж, вот такое вот, вот такие вот события вспомнились мне, когда я разглядывал вот эту вот монету, запечатанную в планшет. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.